Китайский продюсерский центр «Астрал Шанхай Диджитал Медиа» совместно с известной российской кинокомпанией «ВЫСЬ» приступили к производству телевизионного сериала под рабочим названием «Московское дело», сюжет которого основан на реальных событиях и рассказывает о совместной работе китайской и российской милиции по раскрытию крупного ограбления в китайско-российском поезде в 1993 году. Наш замечательный город стал наиболее предпочтительным и соответствует творческому замыслу, заложенному в основу телевизионного сериала. В съемках фильма заняты звезды российского и китайского кинематографа, такие как Надежда Михалкова, Евгений Коряковский, Николай Иванов, Ся Ю, Яо Цянь Ю. Режиссером фильма выступает выдающийся китайский режиссер Джан Рой. Киносъемочная группа планирует снимать перед и в самом здании детской музыкальной школы нашего города. И съемки планируется провести до 16 ноября. Специально для вас репортаж подготовил интернет-портал «Красноармейск».